Доброе утро, уважаемые граждане. Сейчас я выпускаю вторую часть «Опровержение плоскоземельцев». Выпустил первую часть, до них, видать, не дошло. Пишут, что там не то. Ну и рисунок был от руки. Сейчас я уже выбрал карту. Сейчас по карте будем смотреть, почему Земля не может быть плоской. Итак. Итак, берем карту. Вот карта у нас. Вы видите карту мира. Вот. Карта мира. Значит, допустим, я нахожусь вот здесь, в Уйлени, Чукотка. И вот я, допустим, вот Уйлен, Чукотка. И вот я, допустим, на самолете вылетаю в Америку. Вылетаю. Вот я полетел. Если Земля была бы плоская, то мне в Америку надо было лететь не сюда, а вот сюда. Вот так. Вот так вот. В США. Вот я прилетел. Вот. Видите? То есть наоборот прилетел в США. Однако я лечу вот так вот. Вот так лечу. И прилетаю опять же в США. То есть США у нас находится здесь. Если лететь в США, допустим, с Чукотки, надо через Россию лететь. Через Россию. Через Европу, через Атлантический океан. А я пролетаю через Тихий океан. Значит, Земля у нас круглая. Далее. Теперь я прилетел в США. В США. Если Земля плоская, то мне надо, значит, из США, чтобы лететь, допустим, в Россию, мне надо вот так лететь через всю Европу и вот сюда, в центр России, вот сюда, вот в центр России полетел. Это что-то, но Нижневартовск прилетел, вот, Нижневартовск. Так? Так. А я беру и вот так лечу. Отсюда. Раз и в Нижневартовск. То есть экономлю, как видите, расстояние в два раза меньше. Далее. Например, из Африки мне надо попасть в Америку. Ой. Из Австралии мне надо попасть в Америку. Вот Австралия. Они говорят, Австралии нет. Да есть Австралия. Суранье. Я могу лететь вот так. Раз. И раз. И попадаю вот в Бразилию. Попадаю в Бразилию, вот, пожалуйста. А если бы Земля была плоская, то я бы не мог так. Мне нужно было лететь вот так вот. То есть расстояние в два раза больше. Опять-таки. Расстояние дальше. Например, я в Африке нахожусь, в Алжире. Мне надо лететь... Нет, не в Африке. Например, я нахожусь в Канаде. Мне с Канады надо лететь на Чукотку. Вот Канада. Допустим, вот я нахожусь в Монреале. Мне надо на Чукотку. Если Земля плоская, то я лечу вот так вот. То есть... И попадаю в Уэйлин на границу Чукотки с Аляской. А так Земля круглая, я с Монреаля лечу сюда, через Аляску.
И вот отсюда вот, отсюда вылетаю в Уэлин. Это одно. Второе. Второе. Если земля плоская, как они говорят, а вот тут вот по краям у них, вот тут по краям, якобы, по краям вот у них, якобы, идут льды, льды, короче, многокилометровые льды. Это тоже не клеится. Солнце-то у нас, допустим, с востока, вот солнце. Вот солнце с востока выходит, вот оно. Лучи солнца, вот лучи. И светит. С востока и светит. Если земля плоская, значит оно светит. И везде его видно. Ну, не, допустим, здесь ярко, а здесь его видно как огонь. Но солнца не видно нигде. Ночь. Потому что земля крутится. И опять-таки, если оно с востока, это все видно, что с востока. Вот здесь вот лед. А оно вот здесь. То льда никакого быть не может. Здесь жара будет. Вот здесь с востока оно поднимается. Жара будет. И лед стает. А когда солнце садится вот на западе, то же самое будет. Жара и лед стает. То есть это вранье. Я летал, допустим, с Москвы. Вот с Москвы летал до Владивостока. Вот я летал до Владивостока. Значит, 7 часов летит. И что получается? Вот здесь, когда мы летим, летим над Сибирью, с этой стороны в Москве, как говорится, ночью мы улетели. А с этой стороны уже светает. А так не может быть, что с двух сторон у нас разное освещение. А почему так? Да потому что земля круглая и поворачивается, и вот по, это сам, когда она поворачивается, вот здесь светло, а здесь все темно. А если бы она была плоская, как они говорят, то опять-таки было светло везде на этой территории. Ну и последнее, что если бы земля была, вот эта вот карта, это плоскость. Но это только может виртуально. Земля не может быть плоская. То есть должна быть ширина ее. Ширина Земли. А у них нету. У них она плоская. Так что, как вы видите, доказать они ничего не могут. Вот по карте видно, по самолетам видно, доказать они ничего не могут. Земля у нас круглая, они все просто врут. Эти, как их, любители плоской земли. Просто нагло врут. Что здесь закрываем. Просто нагло врут. Ставим. То есть занимаются враньем. Занимаются враньем. На этом все заканчиваю. До свидания. Если есть вопросы, пишите.